Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Андрей Повалюхин. Итак, в первой части нашего урока мы создали слайд-шоу из фотографий. Сегодня мы разместим наше видео на YouTube и там же добавим к нему музыку. Заходим на сайт youtube.com, нажимаем «Создать аккаунт», если его еще нет. Вводим свой электронный адрес, указываем свое имя, заполняем другие необходимые разделы и нажимаем кнопку «Принимаю». Все, зарегистрировались, подтвердили регистрацию по электронной почте. Заходим, нажимаем «Добавить видео». Нажимаем на желтую кнопку «Добавить видео» и выбираем наш ролик. Нажимаем «Открыть» и начинается загрузка. Этот процесс не быстрый, учитывая, что ролик у нас получился достаточно объемный, и нужно будет подождать. Здесь я это время пропустил. И вот когда появится такая надпись на зеленом фоне, это и означает полное окончание загрузки. Ролик уже доступен к просмотру. Давайте посмотрим. Вот он воспроизводится, но пока без музыки. Давайте обозначим его название, введем описание. Подберем теги или ключевые слова иначе. Здесь сможем выбрать, доступен наш ролик будет для всех или для избранного круга. И нажимаем «Сохранить изменения». Дальше нажимаем на свой аккаунт, выбираем мое видео. Здесь находим наш ролик, он в самом верху. Нажимаем «Изменить». Здесь мы можем изменить эскиз видео, кадр, который будет анонсировать наш ролик. На комментариях рекомендую нажать вот эту кнопку. И нажимаем вот эту кнопку. И нажимаем «Сохранить изменения». Переходим в раздел «Звукозамена». Здесь и выберем музыку для нашего видео. Поставим галочку «Подобрать похожие по длительности». И выбираем. Каждую из выбранных можно послушать здесь. Каждую из выбранных композиций можно послушать здесь. И более того, нажав просмотр, можно посмотреть, как она сочетается с нашим видео. И поверьте, здесь есть из чего выбрать. Для этого нужно нажать просмотр. Выбрали, нажимаем опубликовать. Давайте посмотрим, что получилось. Ну вот, в общем-то, и все. Надеюсь, что я доступно объяснил. Если будут вопросы, пишите на мой блог в комментариях. Блог работа-как-хобби.ком. Я желаю вам всего доброго, удачи и до встречи. Пока.